Ребятки, что, испугались, что никого нет? Сейчас, я иду. Я иду уже к вам. У меня обзор покупок. У меня сегодня магазин АТБ, супермаркет, и магазин «Мясная кухня», который вот недалеко от нас находится, где я постоянно покупаю что-либо. Так, ну я не знаю, давайте начнем, наверное, с «Мясной кухни». Блин, нифига себе! Опа! Есть такое дело. Посмотрим, что тут Юлька набрала. Что набрала? Так, я взяла перепелиные яйца. Ребята, перепелиные яйца хочу... ну, мы половину сами съедим, а остальную часть я буду давать раз, может, два раза в неделю Альме и Ласке добавлять в еду. Вот. Они маленькие, их удобно добавлять и так далее. Так, это я взяла в мясном магазине, у нас продаются тоже яйца. Значит, здесь получается сколько это? 8, я их никогда не покупала. 15 штук или сколько? Нет, 20 штук здесь. 20 штучек, 54 гривны за 20 штук. Ну, они малюсенькие такие. Перепелиные яйца. Ну, такие, ой, а одно это самое. Одно лопнуто, они мягкие какие-то, да? Одно лопнуто. И вот одно, а, то оно в какашечках. Они такой разной формы, интересные такие, пятнистые. Так, ну ладно, в какашечках. Это хорошо. Так, дальше что? Дальше, смотрите, я взяла такую кость. Хотела кость, хотела Альме тоже, это я жуку взяла. Хотела взять Альме, но мелких нету. Рубить, рубать у меня тут нечем. У меня нема на квартире топорика ниякого. Вот, сейчас покажу. Это... косточка телячья, охлажденная. Ласа пришла. Это жуку на дачу, на деревню. Вот такая костомаха. Тут даже есть что погрызть. Смотрите, вот тут вот мясо, вот тут по бокам мяско. Ну, Ласа, я тебе, хочешь, попробую вот это вот, где хрящик, я попробую тебя срезать. Хочешь? Да? Ну, давай не сейчас тогда, подожди. Ну как я на столе сейчас буду тебе резать? Тебе хочется, да? Ну давай я ножичек возьму, подожди. У меня есть... Нельзя. У меня есть острый ножичек где-то в раковине. Сейчас. Ласа! Слушается. Что, жалко кистью, жалко. Что тут тебе срезать? Сейчас скатерть порежу. Хрящичек. Оп, какая жилочка срезается. Лас, вот це мені нема що робить, да? Ну, говядинка. Давай тут срежу. Бедный жук. Купила мама жуку. Угу, жилы, даже этот нож не берет. Так, ну, нет, еще и толкается. Все. На. Сейчас я руки помою. На. Альма как раз гулять пошла, Альмы нету. Видите, она бы уже давно в кадре была бы, здесь скакала. Ну, жалко, не было маленьких косточек у Альме дать. Так, значит, за килограмм цена 25 гривен. Вот за кости 25 гривен. И одна косточка вышла на 24. Вот. На дачу к жуку поедет. Дальше, что у меня здесь, ребята? Теперь здесь у меня, это желудки куриные. Это я балую, попробую побаловать Альму, потому что говядина все-таки дорого. Я хочу попробовать говядину смешивать с куриными желудками. Вот, ну и ласки угощать. Значит, килограмм 70 гривен на 55-70. Я их отварю, и вместе с говядиной будет перемешку. Дальше. Это жуку Жуковскому, да? Нет, это не жуку Жуковскому. Вот, жуку Жуковскому. Это куриные эти самые, суповой набор куриный. Мне надо будет сегодня, мне так не хочется, время уже позднее.
Все это надо перерезать, перерубить по пакетам и в морозилку. Короче, килограмм 30 гривен, здесь на 75 вышло. Это куриный суповой набор. Не буду доставать, показывать, все знают, что это такое, правильно? Так, сейчас. Вот сюда поставим. Это сюда. Дальше, здесь у меня... крылышки домашней курицы. Вот так оно называется, бройлерный. Не обычные, они обычные, которые типа крылышки от окорочка. Обычные крылышки, короче, они белого цвета. А эти желтоватого цвета. И они гораздо вкуснее и ароматнее. Значит, раскрыть, посмотреть. Красочка. Короче, вот такие вот. Вот такие. Они обшмаленные вот здесь вот все. Пахнут они прям домашней курочкой. Вот такие вот. Видите, прям видно, что их обшмаливали от этой шерсти, хотела сказать. От перышек. Вот такие вот. Так, значит, за килограмм. Они дороже чуть, чем обычные, по-моему. Короче, 110 гривен килограмм. Здесь 2 кило слишком на 228 гривен. Есть такое дело, все. И в этом мясном у меня вот это вот куплено все. Вышло 437,10 копеек. Так, поехали дальше. А дальше я пока скину на пол пакетик. Дальше у меня магазин АТБ. Короче, что я вообще поперлась? Мне зрительница написала, что Юля, не пропусти, там в АТБ акция на шоколад, который ест твой муж. Действительно, это единственная сладость, которую он ест. Он не употребляет сахара, уже... Ой, я не знаю, наверное, года полтора точно. То есть ни сахара, ни меда, ничего. Вот это вот единственная отдушина. Это вот 99% горький, черный, натуральный шоколад. Вот это вот единственное, что. Ну и понятно, бананы и яблоки. Вот, а я ж пошла по акции брать шоколад. Ребят, набрала. Тот, что мы брали тогда, все, она осталась одна штучка. Но мы, правда, оттуда... Тоже мы 10 брали. Сколько прошло? Наверное, месяца полтора. Вот. Но мы оттуда потянули на подарки. Там где-то кого-то угостили. Ну, такое. Он как-то так разошелся. Ну, были же праздники новогодние. Вот. Что у меня тут? 10 штук, по-моему, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. 10 штук. Шоколад миллениум 99%. Он горький, я его вообще есть не могу. Ужас ужасный, но кто-то любит, да? Так, сегодня за одну шоколадку цена 47,50. Если без акции, его полная цена где-то гривен 80. Сегодня 47,50. И 10 штук вышло на 475 гривен. Так, дальше, конечно же, бананы. Все, 4, 5, 6 штучек бананов. За килограмм 63 гривны. Вышло на 74,80. Бананы есть. Потом взяла губки кухонные. Я вам рассказывала, они у меня очень быстро расходятся. Одна в неделю. То есть одна в неделю. Я не знаю, как часто их надо менять. Но вот как-то так я своим, не знаю, опытным путем пришла к тому, что раз в неделю... новая губка, потому что это все равно скопление каких-то там бактерий, хоть и пользуешься моющим и так далее, и запашок какой-то у нее появляется. Вот недельку я выбрасываю. Вернее, знаете как, я не выбрасываю, а я раз в неделю у меня в ванной лежит дежурная вот такая вот мочалочка. И когда неделя прошла, она на кухне полежала, она у меня переселяется в ванную, в укромное местечко, ту с ванной я выбрасываю, ну, поняли, да? И я ею могу почистить унитаз, там, допустим, или почистить раковину в ванной, или ванну пошоркать там порошочком, ну, поняли, да? И таким образом я в кухне один раз в неделю меняю и в ванной меняю, все. Так, дальше. Просто она как бы с кухни вроде бы как свое отжила, но она еще в хорошем виде, и запросто можно ее и воспользоваться там раз-два, помыть ее, потереть унитаз. Так, почем они? Сейчас посмотрим, ребята. Ой!
Губки 22-40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук разных расцветов. Ласа, подожди, я стану посмотрю, камера снимает у меня, чтоб я не переписывала. Ну, значит, нормально. Ой. Так, у нас на улице немножко снежочек, смотрю, пошел чуть-чуть. Так, потом, ребята, потом у меня здесь моющее для стекол. На кассе оно потекло. Пришлось купить пакетик за 1 гривну. Воно что-то тече. Всю кассу там залило. Может, плохо закручено. Чешено. Че оно текло? Сейчас вроде не течет. Ну, текло. Но я подкрутила. Мне кажется, оно было не совсем закручено. Вот. Это моющее для стекол. Рио. Не супер какого там качества, там это дешевое, сегодня на него акция. Но, ребята, честно, я не вижу разницу, прям 19,50 всего лишь. Я не вижу разницу между там крутым каким-то средством и вот этим. Что то трет, зеркала вытирает, что то. Тут зависит, с каким усилием ты будешь тереть, вот и все. Так, есть такое дело. Ой, потом я взяла 2 чая, вот таких вот дешевеньких, мы с Леной любим такой пить. Один малиновый, второй с ароматом лимона, по 14,90 за каждый чаечек. Потом здесь у меня буханка хлеба, хлеб горожанин, ну батон такой, 15,70. Потом вот такие вот печенюшки супер контик со вкусом шоколада. Так, как это оно тут называется, как это, печиво, 19,90. Потом я захватила, продолжается акция на майонез, я взяла еще пачку вот этого майонеза, салатный, 30%, 16,90, недорого. 2 сырочка по 9,90 со вкусом кокоса. Так, что вам еще показать? Пастила со вкусом малины и яблока. 13,20. Горчица. О, это разумный выбор. А я раньше другую брала. А баночка такая же. Это разумный выбор. Горчица классичная мясна. 100 граммов. 9,80. Посмотрим. А я какую? Я господарочка. Смак какой. Королевский смак я вроде брала. Значит, такая же. О, пахнет так же термоядерно. Горчица. Думаю, пусть дома будет. Горчица закончилась. Так, потом здесь у меня чаечки. Чай черный. Чай черный. Это средний такой листовой. Он в акции сейчас, ребятки. Акция там, по-моему, до какого-то 16-го вроде числа. Ой, сейчас я вам скажу. 43,90. Но есть еще крупнолистовой. Он лучше. И цена у него там 37 с копейками. Я хотела взять тот. Но полка пустая. Я пошла на склад к девочкам. Мне по моей просьбе, спасибо им большое, они потратили на меня время. Они обыскали на складе куча коробок именно с вот этим чаем, который в акции он, но подороже, чем тот. Тот 37 с копейками. Этот, я сказала, да, 43,90. Но крупнолистовой, ну, удобнее его пить, потом вот это все выкидывать, эту заварку. Ну, пришлось взять такой, чай черный. Вот, почему-то у нас, ну, нету, быстро забрали и все. Так, и захватила, конечно же, чай зеленый. Обычный, это крупнолистовой, вот такой вот чай. Чай зеленый. О, господи, чай зеленый. 53,50, тоже небольшая скидка. Так, и есть такое дело. И здесь осталась водяра. Ребята, водка. Вот такая вот патриотическая. Она так и называется. Классично, патриотично. Вот, там детви дим. Хлебный дар. Я в этом не понимаю, не соображаю ничего от слова вообще.
Вот. Но так как впереди дни рождения, придут гости, естественно, такое вот надо, чтобы в запасе было. Вдруг кто-то будет пить. А у нас есть такие люди в нашей семье, которые пьют водку. Вдруг они захотят. Потом еще подкуплю вино и так далее. Ну, потихонечку начинаю что-то подкупать. Была акция, и она есть, по-моему, до 16 числа тоже на эту водку. Я не знаю, ребята, какого она качества. Я ее не употребляю, поэтому в ней не разбираюсь. Взяла, что было по акции, и все. Горилка. Полная ее цена, там, по-моему, 120 гривен. Сегодня она в акции 90 гривен. Вот, 0,5. Есть такое дело. И еще у меня здесь, я в морозилку, ой, закинула. Первый раз взяла. Лене попробовать, ребята. Подождите, можно я вас отодвину? Взяла Леночке попробовать вот такое вот мороженое. Она еще такое не пробовала. Ребята, оно маленькое такое и стоит аж 40 гривен. Но интересно было ее чем-то удивить. Она уже разное мороженое пробовала, давно ей не покупала. Думаю, ну и что ж, зима, мороженка тоже хочется. Оно маленькое совсем. Я не знаю, что там внутри, чего называется Твикс. Ну, наверное, как в Твиксе, какая-то тягучая нуга, там то ли сгущенка, то ли что там добавляется. Вот такое, оно маленькое. Это еще пачка надутая немножко. А тут какая-то маленькая такая колбаска, 40 гривен. Но зато попробовать. Там было Сникерс и было Твикс. Мне кажется, может быть, еще и Баунти существует. Где-то я, мне кажется, видела. Ну, взяла такое. Сникерс она точно не любит. А Твикс я ей покупаю, она кушает. А это просто мороженое вот такое. Вот видите? Сейчас я вам покажу. О, вот такое. Вот такая красивая упаковочка. Она маленькая. Вот, видите, в ладошечку. Так, сейчас я положу. Так что такие дела, ребята. Вот такие вот покупочки. Ой, и в общем я потратила... Тут 1006, и тут 433, что это получается? А, ну да, 1440 получается, 1440. Почти, плюс еще мороженое 40 гривен, это я в другом магазине взяла, 1480, 1500, короче, потратила. Вот такие вот покупочки. Все, ребят, на этом все, буду раскладывать все. По местам. Надо косточку прятать, пока Альма с прогулки не пришла.